будет нас парить по счету, а? Возьму, товарищ командир. Угу. Есть, будете, товарищ командир. Да. Да ищи! Ну, горячо же! Ну, спасибо, умничка, накормила. Зина, самолет к полету готов? Готов, товарищ командир. Ну, Кать, какой у нас полет? Восьмой. Пятитысячный вылет полка. Как давно это было? Дни складывались в недели, недели в долгие, тяжкие месяцы. Да, мы уже порядком надоели фашистам. Они нас прозвали ночными ведьмами. Это уже что-то. Если враг ругает, значит, мои девчонки молодцы. Самолеты вертаются через час.